Как и обещал, новое видео из ванной Хагельшток. День-то какой? 25 декабря, Рождество, а мы идем. Тишина, слышим колокола. На той стороне южной горы совсем бесснежная. Мы вдвоем. По-прежнему ни души. Очень красивые места и мини-кулуары. Снег жестковатый, мокроватый, но ничего. Налипает много снега. Если вы знаете какой-то состав для обработки лыж и ботинок, напишите, пожалуйста, в комментариях. Сегодня покоряем Хагельшток, любуемся видами на Штос, на Риге и на Фирмальштадтское озеро вдали. Давай, давай, дыши. Работает среднеягодичная. Вот такой мы прошли маршрут. Вот справа наша траверса. Вот такие перед вершиной пейзажи. План был съехать вот в ту долину, но пока это не выглядит осуществимым. Мы сидим и наблюдаем, как туча выползает из горы. Она движется в нашу сторону. И мы сделали это. Поздравляю. Да, сегодня отлично. Спуск, честно говоря, так себе. Приходится ехать по языкам лавин. Они сошли до нас. Подряд инцидент с палкой. Сегодня у Димы. И уже не починишь. Придется ехать с одной. Такая езда, конечно, сомнительная. Удовольствие, снег жесткий. Нужно выбирать всякие дорожки между елок, прыгать, скакать. Вот как-то так. Едем. О, сил здесь, а мы едем. Едем по нетоптанной дороге, тропе для хайкинга. Прокладываем путь. Челленджинг путь вниз. Мы пытаемся проложить себе дорогу прямо к поезду. В общем, такие разные препятствия нас подстерегают на этом пути. Вот так вот приходится прокладывать себе лесную тропу. Вот по таким вот корням, камням и прочим ням-ням. Вау. Можно еще было в ручей упасть для полноты ощущений. Мы любуемся на Сисикон, на Фирвальштадтское озеро. Но нам еще предстоит резкий такой где-то спуск вниз. Иногда бывает скитур. Ботинки на ногах. И по камешкам, по травке топаешь. А сноуборд, или вернее лыжи, пристегнуты вот так вот. Решили немножко поменять сетап. Теперь идем в кроссовках. А ботинки вот у Димы вот так вот висят на рюкзаке. А мои ботинки висят на мне. Вот, думаем, что так будет идти быстрее. Оп-оп-оп, кроссовочек-то. По камешкам-то. Скакать-то как козочка можно. Ладно, уберу телефон.